Начинается второй тайм исторического матча для футбольного клуба «Эйбар». После 45 минут он проигрывает 0-2. И, конечно, это, с одной стороны, ожидаемо, с другой стороны, наверное, не то, на что «Эйбар» рассчитывал. Не то, на что он надеялся, даже правильнее. В данном случае надежда важнее, чем расчет. Расчет в любом случае. Ну, где «Эйбар» и где мадридский «Реал»? А вот надежда. Надежда жива до сих пор. Составы команд я напомню. В воротах у «Эйбара» Хави и Рурета номер первый. Защитники следа правого 24-й Абрам, 5-й Икиса, 6-й Альбентоса, 2-й номер Боведа. Средней линии 8-й номер Эрасти и 14-й Гарсия. Перед ними 10-й Аруа Барена. И тройка нападения слева направо 21-й Сауль, 20-й Ману Дель Мораль, центральный нападающий, и 7-й номер Капа. Главный команды Гаиска Гаритано. Состав мадридского «Реала» в воротах Касильес. Защитники Марсело, Серхио Рамос, Пепе, Карвахаль. В середине поля Кроос и Иско. И нападение Хамес Родригес, Криштиану Роналду, Бензема и Бейл. Любой может играться на любом месте. Важно, что Иско играет сегодня в глубине. Но напомню, что Лука Модрич получил травму в матче за сборную Хорватии и выбыл на 2-3 месяца. Точную цифру пока никто не назовет. Он, кстати говоря, получит компенсацию. Реал Мадрид получит компенсацию от УЕФА. Ману Дель Мораль с мячом. Удар по воротам. Мяч идет мимо. Но бить надо. Бить, конечно же, надо. В первом тайме было показано три желтые карточки. Две из них получили футболисты мадридского «Реала». Это Серхио Рамос, Хамес Родригес. И еще одну получил вратарь «Эйбара» Хави Иррета, видимо, за задержку времени. Хотя, казалось бы, «Эйбар» проигрывал. Иско с мячом. Карвахаль, Иско. Ушел от борьбы. Еще раз скажу, что Иско дебютировал в сборной Испании на позиции центрального полузащитника. Дебютировал в стартовом составе, я имею в виду. В официальной игре. Пусть это и была игра с Белоруссией, но тем не менее. Так, секундочку, Реслат. Надо проверить все. Да, ну, конечно, с Беларуси, о чем говорить. Червь сомнения точит порой. Марсело с мячом. Бензема. А это Кроос. Близко к атаке в этот раз. Снова Кроос. Сзади успел напасть Ману Дель Мораль. Зачем, чтобы бросать вперед, то некому. Он же центр-форвард. Мяч-то отобрали, но быстро атаку не создать. Вот сейчас бросается мяч вперед. И смотрите. Ману Дель Мораль, ему предлагается успеть и там, и здесь. Вот так играть против мадридского «Реала», будучи «Эйбаром». Напомню, что после нас сразу начнется игра «Барселона-Севилья». И это, безусловно, центральная игра тура. Расклад в пользу «Реала». «Реал» свой матч выигрывает. В данную секунду опережает ближайшего последователя «Атлетико Мадрид» на 4 очка. И если не выиграет «Барселона», если просто не выиграет, то отрыв примерно таким и будет. Ну, а это запасные «Эйбара», в частности «Буатенг» и «Лара». Вот. Кто с Буатенгом в паре бежал, я, честно говоря, узнать не успел. А третий был именно Лара. Гаиска Гаритано. Да, конечно, если бы хотя бы 0-1 было, у «Эйбара» шанс можно было бы нащупывать. Прощупывался такой нитевидный шанс, как пульс у тяжелобольного. Но сейчас вот продавил Альбентоса соперника. Удара нет. И
бежать назад. Серхио Рамос, выпускник средней школы, начиная буквально с этой недели. Вот Рамос здорово пыльнул налево, а кто оттуда, вот настолько неудачно. Здесь, видите, Альбентоса боролся, и вот одним касанием невозможно было здесь пробить. И Кисси невозможно. Как в такой атаке оказались впереди оба строительных защитника? Вот интересный вопрос. Оба центральных защитника Эйбара были здесь в атаке. Вот видите, 5900 зрителей, а вместимость официальной 5250. Ну, наверное, нашли какие-то резервы. А если еще считать детей, которые пришли с родителями и сели на коленях, я думаю, что 6000 здесь пришло. Впервые в матче премьера Эйбар принимает Реал Мадрид. Событие того достойно. В любом случае, мы с вами присутствуем при историческом событии. Хотя оно и историческое исключительно для стадиона Ипуруа, но тем не менее. Я думаю, что многие из вас не отказались бы там побывать разочек, правда? Тем более на подобной игре. Альбентоса, Дани Гарсия. И налево, но здесь уже Карвахаль, здесь уже... Иско, и, конечно, Карвахалю вот теперь вот вправо, но тут умудряется успеть защитник и ответ Сауль. Сауль бежит по левому краю, его никто не встречает. Карвахаль был в атаке. Сауль споткнулся, и как-то вот мяч ускакал от него за лицевую линию поля. Криштиану против него двое, как и полагается. Хамес. Бензема. Бензема подталкивают в спину. Бензема навязывает свой бобон. Ее не боится. Стреляет вдоль ворот. Там никого нет. Где был Бейл, другой вопрос. Потому что Хамес и Криштиану держали поварешку этой атаки. Они были в глубине. А вот здесь внутри, по идее, мог только Бейл поддержать, а Бейла не было. Бейл он или не Бейл? Иско. Ох, как здорово. Вот сейчас буквально в бедро Бейлу послал мяч. Ну, а это вот передача. Правь питание морями. И не лезь в футбол. Марсело. Криштиану. Бензема Криштиану. Штрафной. Отсюда можно... Карл Ачелотти, смотри, какая веселая, спокойная, расслабленная в нормальном смысле этого слова обстановка на скамейке Реала. И нахмуренные брови Хави и Рурета. Криштиану побежал в штрафную, будет там пятым. Иску у мяча, Иску и не только... Подача Хамеса. Ох, как здорово. Рамос. Похожий момент был в начале первого тайма. Здесь в офсайде оказался, по-моему, бивший, в конце концов, Бензема. Но, тем не менее, это не Бензема, возможно, был Пепе. Вот их на общем плане трудно различить. Нет, это был Бензема. Потому что Пепе вот справа бежит сейчас в глубину штрафной. Давайте посмотрим. Вот здесь подача. Рамос. Ну, наверное, все-таки, скорее всего, Бензема в офсайде. Но это все такие, знаете... Из похожего офсайда, в кавычках или без, Бензема забил первый гол. Я думаю, что все в Эйбаре предпочли бы, чтобы сейчас офсайда не было, вот тогда бы был. Сейчас все побил мимо, а тогда забил. Иско. Марсело.
Криштиану, Марселу. Вот уже они друг друга не очень поняли. Хорош, хороший Рурета. 1.80 м. 1.82 м, если с ежиком. И, возможно, с кепкой. Для вратаря. Нет, для видного парня это прекрасные габариты. А вот вратарем, боюсь, его не в каждом чемпионате бы взяли. А он лучший вратарь секунды прошлого сезона и самый популярный игрок Эйбара в нынешнем составе. Серхио Рамос. Ой-ой-ой, куда-то полетел в город. В город выбил мяч. Серхио Рамос. Даже улыбается. Здесь это не так сложно. И здесь это способен сделать даже выпускник средней школы, могу вам сказать. Очень маленькие трибуны. Но есть мячи, вот желтым мячом теперь играет в Испании. В Испании, грубо говоря, после наступления зимы начинают играть желтым мячом, для того, чтобы не нужно было принимать решение. Сейчас опасный момент, так и не состоялся. Ну, потому что может быть снег где-нибудь. И тогда желтый мяч контрасты, то есть с белым цветом, может потребоваться. Ну, просто с какого-то момента играют желтым. На все случаи жизни. Мало кто помнит, что было время, когда и в теннис играли белыми мячами. Теперь играют такими вот зеленоватыми, яркими. Видными на любом покрытии. Как забыть из нашего замечательного детства мячи. Такие бело-сероватые. Со словом «Ленинград». Там их делали. Слова постепенно стирались, мячи постепенно серели, лысели. Хоккейные сборные и в ЦСКА Анатолия Тарасова это использовалось как эспандеры. Сжимали в кулаках. Хоккеисты везде должны были сжимать эти самые мячики, в том числе и в столовой. Об этом много интересного рассказывается в самых разнообразных интервью. В частности, вот замечательный вратарь Александр Пашков об этом много интересного рассказал сравнительно недавно, месяца полтора назад. Ну вот, все это мы начали с цвета мяча в испанском чемпионате. Если не ошибаюсь, с 1 ноября играют желтым. С 1 ноября и где-то вот по весну. Точно даты не скажу. Хотите, можете сами проверить. Регламентная норма. Уходит мяч. Контролирует Реал матч, безусловно. И надежд на то, что матч окажется каким-то откровением турнирным, все меньше и меньше. Но ничего. Мы с вами присутствуем до исторического события. Пусть это и история одного небольшого города и одного очень маленького стадиона. Возможно, честно говоря, я не помню, чтобы в примере стадион был меньше. Болельщики не утихают, болельщикам страшно интересно. Первый раз же. Повторяю, Эйбар и Реал играют не впервые. Они встречались в кубке, бывали случаи. Но в чемпионате, в премьере, это происходит впервые. За эти две недели, кстати говоря,
что играли сборные, был тур в низших дивизионах. И очень таким заметным событием стал дебют в команде Реал Кастильи, то есть Реал Б. Стал дебют сына Зидана, Энцо Фернандеса. Энцо взял себе фамилию мамы, чтобы не быть Зиданом, чтобы вот, так сказать, не быть в тени отца. Парень, по всему, очень одаренный, потому что даже в те небольшие минуты, которые ему достались, он проявил себя очень ярко, технически очень здорово оснащен. Зидан, который был дисквалифицирован как тренер Кастильи за отсутствие лицензии, был прощен. То есть решили, что все-таки выдали ему лицензию. И, в общем, даже почти без нарушения регламента. Пятиматчевая победная серия Майорки прервалась и стала беспроигрышной шестиматчевой. Там была ничья. Ну и много еще остального. Много еще другого произошло. Были события в сборной Испании. Сборная Испании проиграла Германии на своем поле. Товарищеский матч, конечно же, тем не менее, впервые с 1936 года проиграла Испания и Германия дома. И, собственно, во второй раз в истории. Вот все возвращается к чемпионату. Сегодня играют все участники Лиги чемпионов в Испании. Атлетик сыграл вчера. Сегодня сыграл уже Атлетико. Сегодня доигрывает свой матч Реал. Сегодня еще сыграет Барселона. И потом еще будет матч Депортиво Сосьедад. Тоже самая вроде интересная игра. Команда, которая выступает пока не слишком удачно. Если я правильно понимаю, то впервые на скамейке Сосьедада руководить игрой команды будет Дэвид Моэс. Интересно само по себе. Роналду. Падает в голову Альбентосе. Хамес Марсело. Как же Хамес здорово вписался, правда? Ну, вот сейчас мы видим классическую ситуацию. Помните, мы с вами говорили, вернее, я вам говорил, что сценарий, когда Эйбар, возможно, отлупит Реал, это возможно при том, что Реал после сборных. Тяжелый период, плюс харизма, плюс первый матч на своем поле против Реала в чемпионате и так далее и тому подобное. Но этого не случилось. Вот сейчас поэтому Реал по истечении часа игры держит мяч. Называется игра «А ну-ка, отними». Все правда, действительно. У Реала не самый простой день для игры. У Реала хорошая возможность закрепиться во главе турнирной таблицы. И нельзя рисковать. Шанс должен искать Эйба. Вот сейчас нужен гол. Не сию секунду, а в принципе нужен гол. Нужен удачный шанс. Лару выпускайте, ребята. Лара нужен. А вот и перехват. А вот и Бензема. А вот и Криштиану набирает здесь скорость. И снова на свободное место. И зря, кстати говоря, Бензема трогал мяч. Хамес. Криштиану. Пас назад. Удар. Иско все видел. Иско и пытался исполнить в гипотетический противоход вратарю. Чуть-чуть не попал он в нижний уголок. Иско. Как же здорово, что он никуда не ушел. Как же здорово, что его никуда не отдали. Отдайте Хидиру, ребята, отдайте. В тех случаях, когда впереди потребуется Хидира, там сыграет Пепе. А
на его месте Варан. Или Ляпорт, если купить Ляпорта. Хороший перевод. Бейл. Ой-ой-ой, Бейл, как грубо. И шанс у Эйбара. И торопится, торопится Сауль. И вот сейчас опять мяч уходит куда? На угловой. Все. Перекусили, откусили, не дали, не позволили. Эйбар пытается. На самом деле это скорее шанс не атаку продолжить, а вот это уже шанс продолжить атаку. Это Абрам борется здесь. До последнего. Но предел наступает быстро. Хамес. Росс. Ой, какой роскошный перевод, но чуть-чуть наивный. Знаете, не лечу себя, так сказать, не обольщаюсь на свой счет. Скажем так, ну вот я абсолютно не могу понять, как могла Бавария расстаться с Кюлькиным кроссом. С Томасом кроссом, извините. Ну не могу понять. Ну, игрок выдающийся задатков, ну просто выдающийся. Воспит, ну вот как, ну не понять. Здорово, Абрам. Удар. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну как же так, мяч до створа-то не дошел. Вот сейчас Эйбар поверил в себя. Три атаки подряд. И подбор работает. От Бовиды на Сауля. В борьбе тот проигрывает. Иско. Ну как же он с мячом? Как киска просто. Как киска лапкой. И снова Иско. Иско лапкой. Так это даже. Иско апкой, да? Чтобы отнять первые буквы. А на левый фланг Марсело. Ой, Марсело, ну как же так? Кстати говоря, у Реала ведь еще не израсходованы абсолютно замены. А ведь они могут быть. Я говорил в первом тайме, но давайте я еще раз их вам назову. В паузе игровой я это сделаю. У Реала в резерве вратарь Кейлор Навас, а также Начо, Варан, этот странный защитник, Куэн Трау, левый защитник, Арбелуа, правый и левый защитник, и центральные при крайней необходимости. Но их уже и так двое. Хидира, игрок середины поля, и Чичарин. Я вот, честно говоря, думаю, что если кто-то выйдет, то, наверное, Чичарин. Салон. Хамес. Росс. Пора защитникам помочь. Развитию атаки Иско. Мадридская тики-така. Иско. Иско. Ушел же мяч, ребят, ну что вы? Ну ушел же мяч. Ну а раз не ушел, то Бензема 3-0. Браво! Приветствуем идущих до конца. Это был Марсело у лицевой линии. И это Бензема, который расстреливает ворота ударом наверняка. Уже не просто забил. Он реально пробил наверняка. Да, вряд ли это понравится Ирурети. Конечно. Но мы вообще тут не для того, чтобы Ирурети нравиться.
Это касается нас с вами, зрителей, и это втройне касается игроков мадридского Реала. Вот ушел ли здесь мяч? Давайте смотреть. Нет, нет, не ушел. Вот здесь неизвестно, тут непонятно. А удар был наверняка. Ничего не скажешь. Вот в другой ситуации, вот здесь вот, давайте посмотрим. Ну, вы знаете, не похоже, чтобы... Нет уверенности, что ушел. А раз нет уверенности, что ушел, значит, не ушел. Так что все нормально. 3-0 Реал. Скорую помощь Эйбару 0-3. Ману де Лемораль ушел. Ну, сколько он отдал точных передач, это неважно. На острия таки играл. Два удара. Пробежал довольно. Анхель Родригес, после него 9-й номер. Как пелось где-то посередине золотого утенка, шел трамвай 9 номер, на площадке кто это помнит. Хамес, Криштиану, Бензема. Вот такие вот моменты. Хамес голова вот здесь вот, вот смотрите сами. Мне, честно говоря, не хочется догадаться, потому что здесь не видно. Ну, не видно здесь. Раз нет уверенности, надо играть. У бокового судьи точно была позиция лучше. Он не увидел, что мяч ушел. Значит, не ушел. Вот только разваливаться не надо. Ароа Барена. И всего 15 фолов. Похоже, Тони Кросс удали по ахиллу. Уходит выпускник средней школы Сергей Рамос, напевая под нос себе, когда уйдешь со школьного двора. А выходит Рафаэль Варан. Будущий, конечно же, топ-защитник. Искам. Карвахаль, Искам. Вне игры. Все-таки офсайд здесь был. Мы, наверное, посмотрим еще. Мне трудно бороться с ощущением, что если все-таки Бейла продать в Манчестер Юнайтед или, допустим, в Арсенал, или, допустим, еще куда-нибудь за большие деньги, мне трудно бороться с ощущением, что это будет лучшее решение для мадридского Реала. Все-таки Бейл, будучи безусловным большим игроком, но вот в органику игры Реала, мне кажется, все-таки он не очень вписывается. Особенно, если будет набирать своих эссе. Особенно, учитывая возможность выбора еще другого. Ну вот, это вкусовщина, безусловно. И я меньше всего на свете люблю играть в такой, в кавычках, менеджер, да? Ну вот, неужели вот вы бы выбрали между Бейлом и Ди Марией Бейла для Реала? И для Манчестер Юнайтед между Ди Марией и Бейлом, я думаю, что в худшем случае 50 на 50, правда? В ожидании Чичарито. Эйбар атакует. А мяч не попал ли там в руку? Стоп!
Подача. Ну, это Касильяс заберет. Ну, похоже, мяч все-таки попал в кисть Карвахалю, но, наверное, существенного воздействия на эпизод это не оказало. На усмотрение судьи. Не тот случай, когда нужно скакивать и кричать пенальти. Кроме тех случаев, когда вы один из 5859 зрителей на стадионе Ипуруа в Эйбаре сегодня. Марсело. Тони Кросс. Криштиану. Бензема. Криштиану. Мяч попадает в грудь полузащитнику Эйбара. Ну, гол-то надо забить, ребята. Хотелось бы на память в таком случае и мяч с собой забрать. Потом друзей созвать и на любовь в свое сердце настроить. А иначе зачем? Зачем вот вообще все это на свете? А Сауль, нарушения правил здесь нет. Сауль. Пас вперед на нападающего. Здесь можно опередить всех, но Касильяс страхует. Да, у него много качеств. Есть качества, которые утрачиваются с возрастом, но чтение игры только растет. Чтение игры только улучшается. И вот сейчас Касильяс продемонстрировал, как должен играть вратарь, страхуя своих защитников. Коэнтрауп и Хави Лара появятся сейчас. За 13 минут до конца он меняет Сауля. И Коэнтрау меняет Хамеса Родригеса. Ну, а почему, собственно говоря, нет? Хави Лара с мячом. Пас точный в ноги на Анхеля. Это может быть угловой, если не будет аут. Да, да, мяч принадлежит здесь Эйбару. Я не знаю логики травмы, всего остального, но я, честно говоря, не понимаю, почему Хави Лара не играл с первых минут. Роскошный перевод направления Криштиану. Между него доходит и ушел. Все-таки ушел. Там был рикошет. Труднее стало, конечно, его укротить. Ну и не более того.
досталось Марселу. После этого матча мадридский Реал наберет 30 очков. Я думаю, что в этом уже, в общем-то, нет сомнений. Напомню, что у Барселоны в данный момент 25. И она играет сразу после этой встречи с Севильей. Это будет очень интересная игра. Ну и 26 уже набрал мадридский Атлетико, который чуть раньше сегодня встретился с... Да, вы помните, с Малагой. Арбело сейчас будет на поле. Наверное, продемонстрирует свой незабываемый дриблинг. Кроме того, Севилья имеет 23 очка в данную секунду. И Рурета. У него уже есть сегодня одна желтая. А вот здесь, видите, в стенке игрок сыграл рукой. И это на самом деле является нарушением правил. Является. И поэтому, поскольку Сергей сказал, что да, это абсолютно точно. Это даже спорить не бессмысленно. Это просто кто-то не знает правил. Ну да, вот футболист, стоящий в стенке, если такой со штрафной, играет рукой. Это 11-метровый удар. Да, безусловно. Криштиану Роналду на позицию welcome. Я же говорил, тут будет либо борьба страшная, либо Реал разгромит. И Рето угадал. Он метнулся куда нужно. Но если бы хотя бы 1,85 м, ему хватило бы длины руки. Так вот, у Севильи 23, у Валенсии 24. В данный момент Севилья играет с Барселоной, у которой 25. То есть, как вы понимаете, там все висит. Если Барселона побеждает, у нее от Реала будет 2 очка. А если она не побеждает, то в лучшем случае 4. Если Барселона не побеждает, то Реал, скорее всего, отрывается от последствий на 3, возможно, 4 очка. Потому что есть еще игра в Валенсии в этом туре, которая будет завтра. И в которой, если Валенсия победит, то она приблизится на более короткое расстояние. Напомню, что Валенсия завтра играет с Левантом. И хотя в гостях, но это один город, это все в Валенсии происходит, в сущности. Поэтому там, конечно, не будет такого вот эффекта выезда. И Левант, напомню, что находится на 19-м месте. В общем, у команды идут дела не очень хорошо. Хорошая борьба, очень интересная борьба идет в московском чемпионате в этом году. Ну и давайте сразу уж, скоро счет 4-0 вряд ли оставляет варианты для того, как в этом матче могут складываться события. Давайте я вам скажу сразу, что в следующем туре в частности Реал будет играть дома. Посмотрим за атакой Эйбара. Лара. Можно... Ах, чуть-чуть не догадался Капа пойти пораньше на этот мяч. Могло быть очень интересно. Так вот, в следующем туре Роналду сделал сегодня дубль. А Реал все-таки будет играть на выезде, оказывается. Два матча подряд на выезде у Реала. Будет игра с Малагой. Это будет интересная игра. Малага до сегодняшнего поражения имела впечатляющую победную серию и тоже подошла к еврокубковой зоне и даже в нее проникла. А Барселона будет играть с Валенсией на выезде. И я думаю, что это самый интересный матч. Просто один из самых интересных матчей чемпионата. Игра первого круга Валенсия-Барселона.
Я думаю, что игры Атлетико Депортиво и игра Севильи, которая будет дома принимать Гранаду, все-таки это, наверное, менее интересно. Хотя Севилья и Гранада из этой степени дерби. Ну вот, собственно говоря, пока и все. Ну и может снова из-за спин вынырнуть Вильярреал, который завтра будет играть с Хетафе у себя на поле. И потом на выезде будет играть с Кордобой. В общем, для Вильярреала в его атакующей манере, где нет места выездной идеологии, где нет места следованию чему-то иному, кроме своего стиля. Опасный момент. Бензема и Рурета прыгают ему в ноги. Судья сейчас, мне кажется, пожалел немножечко. Пожалел Эйбар. И тем более, что если бы он поставил пенальти, ему пришлось бы выгнать Рурету. Не стоило этого делать. Я совершенно согласен. 4-0. Нормально. Так вот, вот такова интрига сейчас. И Вильярреал, конечно, может подтянуться немножечко сейчас к лидирующей группе команд. Что нам всем тоже любопытно, потому что за Вильярреал все-таки играет Денис Черышев. Сами судите, что здесь было. Я, честно говоря, не думаю, что это эпизод, который имеет большое значение применительно к этой игре. Интересное мы видели лозунг на трибунах «Эскосия ля браво» – «Храбрые шотландцы». Естественно, что связывает в сознании болельщиков Эйбара их команду и Шотландию. Ну, наверное, боевитость, в каком-то смысле стиль. Когда у команды нет ярких исполнителей, она всегда играет в британском стиле, правда же? Это потому что это несколько проще. И подразумевает скорее обученность. Ну, все относительно. Скорее обученность, чем мастерство. Опасный момент. Эскосия ля браво — это то же самое, что Брейв Скотланд. Кроме того, это еще и известнейшая музыкальная тема. Вы знаете, честно говоря, я уверен, что пара ударов в створ ворот Реала была сегодня, но, по-моему, опасных все-таки не было. Наиболее такие гипотетически опасные ситуации, они все-таки прошли значительно в стороне от ворот косились. Мяч куда-то улетал, сваливался с ноги и так далее и тому подобное. Вильярреал сейчас поотстал, кстати говоря, немножко по ходу чемпионата. Но я думаю, что вот если он точно будет в ближайшие игры, у него будет хороший шанс подобраться поближе. Иском. Ой, как хорошо прижал мяч ноги на ногу, но чуть-чуть недооценил. Тут уже Эйбар всей командой вернулся. Чего не отнять, так это дисциплины. В две линии выстроился. Дриблинг на ранней стадии развития атаки был не очень перспективен. Иско, можно бить? Нет. Можно, но не нужно, говорит Иско. Пас налево. Это Бейл. Потеря. Но не потеря, Очевидно, мы это с вами прекрасно видим. Судья это видел сразу.
вышло время. Сейчас узнаем, сколько добавили. Я не думаю, что много, хотя основки и были. Думаю, что 3 минуты классические. Может быть, даже и 2. Да, 2. Вот 2. Вводим его, если это был телефон вызова службы газа. Ну, а Эйбар остается в середине турнирной таблицы. И, соответственно, ну какие с него могут быть взятки? Команда проиграла мадридскому Реалу. Какая разница, думали в гостях. Может, даже в гостях получится сыграть лучше. Да, сегодня не состоялся этот самый сценарий, но я вас умоляю, просто умоляю. Вот ищите, ищите этот вариант, когда команда «Андердог» дома в каких-то более или менее особенных для себя обстоятельствах принимает великий клуб. И особенно, если у великого клуба есть объективные затруднения, например, сложный календарь. Например, сразу после важнейшего матча в Лиге чемпионов. Например, после матча из сборных. Поверьте, это очень благотворная почва. Иногда получаются удивительные игры. Дважды или трижды в карьере я становился их свидетелем, как комментатор именно, да, и гораздо чаще, как зритель. Все равно не очень часто. Но бывало, бывало. Вот эта ситуация, которая чревата. Это ситуация, которую мы с вами, зрители профессионального футбольного канала, на котором очень много разного футбола уже много лет, мы не должны эти ситуации упускать. Мы должны их ловить. Когда поймаем, это абсолютно равносильно вот тому самому рыбацкому улову. Не все рыбаки. Но все понимают, что забросил удочку с червячком, а вытащил 3-килограммового сама, то это круто. Вот это та самая ситуация. Вот это на нее похоже. Не уставайте забрасывать свою удочку, а сегодня случилось неизбежное, казавшееся неизбежным и явившееся неизбежным. Мадридский Реал разгромил Эйбар на его поле и заслужил аплодисменты небольшого, но очень искреннего и духовитого стадиона Ипуруа. 4-0. Реал набирает